движения рук. Все элементы техники и приемы нужно нарабатывать в разных стойках. В левосторонней, где левая нога впереди, и правосторонней. Так как, ведя бой с несколькими противниками, вам придется атаковать в различных направлениях, постоянно сменяя боевое положение. При работе с партнером обратите внимание, что куда вы будете уклоняться от прямых ударов, значения не имеет. А вот от боковых нужно отклоняться в сторону от удара. В противном случае есть шанс нарваться на удар. В таких случаях надо использовать нырки. То есть уклоняться под рукой с перемещением ног. Вот это нырок. Вспомните технику перемещения мелкими шагами в стороны. Делайте то же самое, только с приседаниями и небольшими наклонами. Посмотрите, как выполняется нырок без партнера.